Кому нельзя делать прививки от COVID-19, а кому можно? В январе в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса препаратом «Спутник Ви». Он разработан центром имени Гамалеи. Технология производства вакцины многократно испытана. Прививаться может любой желающий, однако есть противопоказания. С уколом нужно повременить молодым до 18 лет, беременным, кормящим мамам и аллергикам. Если есть антитела иммуноглобулин G, тогда человек пока не прививается. Переболевшим ковидом дается медотвод на 6 месяцев.